Всем здравствуйте! Сегодня будем делать мы творожную вкуснятину из лаваша. Для этого мы должны взять где-то 180 грамм творога, любой процент жирности. Я возьму 200 грамм, 5% жирности. Взбиваем одно яйцо и натираем 50 грамм сыра. Далее добавляем 100 грамм кефира, чуть-чуть соли. Далее берем лаваш и примерно нарезаем его вот так вот. Все это перемешиваем. Далее берем и смазываем емкость сливочным маслом. Далее берем и укладываем лаваш оставшийся. Где-то на минут 20. Вот такая классная запеканка получилась. Очень легко вертится. Она еще горячая. Сыр очень сильно тянется. Готовьте, не пожалеете. Ну а я буду с вами сегодня прощаться. Увидимся совсем скоро. Всем приятного аппетита!